Подрыв Каховской ГЭС россиянами. Это их тактика выжженной земли. Новые доказательства причастности Кремля. Это машинами надо было заводить эту взрывчатку. Удалось ли Москве остановить контрнаступление на Южном фронте? И какие реальные угрозы нависли над Крымским полуостровом? По факту этим взрывом россияне вернули Крым в 19 век. Мы разобрали, как ситуация может развиваться дальше. Прорыв дамбы Каховской ГЭС привел к настоящей катастрофе. Десятки затопленных населенных пунктов, погибшие люди и животные, уничтоженные хозяйства. Большая вода сносит все на своем пути. Давай домик, прощай. Ты дом был, хороший дом был. На спутниковых снимках видно, как мелеет Каховское водохранилище. А вода в Днепре ниже по течению стремительно поднимается. Причины и последствия рукотворной экологической катастрофы, а также ее влияние на ход событий на фронте, мы разберем вместе с экспертами. Эти территории, вот они. Больше всего будет здесь. Собирается вода. Итак, вопрос первый. Кто и с какой целью взорвал Каховскую ГЭС? В том, что это дело рук россиян, ни один из опрошенных нами экспертов не сомневается. Видео подрыва нет, но есть косвенные доказательства того, что он произошел. Сначала было заявление румынских исследователей о всплесках сейсмической активности. Следом норвежских, которые отметили, такой сфокусированный импульс энергии характерен именно для взрыва. И его зафиксировали примерно в то же время, когда упала дамба. Оценка магнитуды от 1 до 2 баллов. Это не все. Американские спутники с инфракрасными детекторами перед прорывом ГЭС зафиксировали выброс тепла, что тоже свидетельствует о взрыве. Наши эксперты уверяют, такое огромное, мощное сооружение не могли пробить ни артобстрелами, ни ракетами. Здесь нужны были тонны взрывчатки, и заложить их могли только российские военные, потому что ГЭС еще с прошлого года находилась под их контролем. Абсолютно понятно, что сооружение, построенное в 50-х годах, не будет уязвимо ни к одной, ни к 10 ракетам, ни к какой-либо ствольной артиллерии. То есть попаданием снаружи нельзя было сделать эту пробоину. Понятно, что был подрыв, и этот подрыв устроили сами же россияне. Больше доступа на этот объект ни у кого не было. Как правило, для таких работ используется, кстати, взрывчатка, та, которая используется для горных разработок. Потому что та взрывчатка, которая позволяет взрывать, допустим, там целые пласты, например, земли или камня, это все закладывалось там днями, может быть, даже неделями. Это машинами надо было завозить эту взрывчатку, надо было оборудование иметь для того, чтобы ее закладывать. Об умышленном подрыве дамбы войсками Путина свидетельствует и перехваченный СБУ разговор двух оккупантов, в котором те обсуждают, чьих рук дело. Это не их, это наши сделали. Говорили, что долбанули. Там не долбанули, там это наша диверсионная группа. Ранее россияне уже угрожали взорвать сооружение, чтобы не допустить форсирования Днепра украинскими силами. Более того, перед этим объявили эвакуацию. Я уже напрягся тогда, когда недели две назад они вдруг в Херсонской области эвакуировали 18 населенных пунктов. Это было первой ласточкой, которая говорила о том, что они готовились уже заранее к этому подрыву. Но главное, предусмотрительно отвели свои войска, говорит секретарь Украинского парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко, который сейчас находится в эпицентре событий. И это ключевое доказательство того, что диверсию организовали оккупанты. Они отвели свои войска на определенное расстояние, технику отвели подальше, также начали рыть позиции в других местах. И то, что мы наблюдали по перехватам, они давали команду в последний день своим бойцам: наблюдайте за уровнем воды. Своим бойцам спостерегайте за рівнем води. К тому же сооружение было частично разрушено еще в ноябре прошлого года. Тогда россияне, убегая, взорвали автодорогу на дамбе, чтобы ВСУ не прорвались вслед за ними на левобережье. И вот теперь, по странному совпадению, когда западные СМИ активно сообщали, что вот-вот начнется наше контрнаступление, происходит прорыв. Но главное, что же было целью врага и удалось ли ее достичь?
Своей мети вони, звичайно ж, досягли. Своей цели они достигли, но в краткосрочной перспективе они увеличили русло Днепра, затопили левый берег, чем усложнили определенное передвижение. Не секрет, что там было определенное продвижение как раз на левый берег в районе островов, в районе Херсона. В течение последнего месяца было много сообщений о том, что некоторые острова мы уже контролируем. На некоторых островах, на переходах, их блокпосты выбивались нашими передовыми диверсионно-разведывательными группами. То есть понятно, что там было определенное движение с нашей стороны, и поэтому россияне решили не рисковать и просто все затопили. Причем затопили они также свои линии обороны. Можно говорить, что это уже конец их первой и второй линии обороны. Для их первой и другой линии обороны. До края, до края! Вот так оккупанты пешком по пояс в воде идут с первой линии обороны. Но разрушены и украинские плацдармы. Так что же теперь? Как большая вода изменит линию фронта? И действительно ли исключит возможность освобождения Крыма? Теперь водное препятствие между правым и левым берегами увеличилось до неузнаваемости. Следовательно, и дистанция между силами обороны и оккупационными войсками. Острова, которые потихоньку занимали ВСУ и через которые могли прорваться на левый берег, сейчас накрыла вода. Но контрнаступлению это не помешает. Основных ударов. Здесь и не должно было быть основных ударов. Они должны быть на других направлениях. У нас есть и запорожское направление, и восточное, и белгородское. Основные удары будут в тех краях. А тут, если будет команда, будем искать, как ее выполнять. Если будет стоять команда, будем искать возможности ее выполнять. Есть еще возможность осуществить продвижение и на запорожском направлении, и дальше уже с переходом на херсонское направление. Это уже больше такой момент выдавливания сил противника. Это вполне возможно. Никуда не девается наша цель – выйти к побережью Азовского моря в районе Бердянска, к примеру, в районе Мариуполя. Мариуполя, под Мариуполем. По мнению бывшего офицера службы внешней разведки России Сергея Жирнова, преимущество, которое кремлевские войска получили от диверсии, вскоре сойдет на нет. Уже началось лето, все будет, в общем, подсыхать довольно быстро. И там, через месяц, через полтора уже в этих местах можно будет думать о том, чтобы использовать весь этот фронт для какого-то прорыва. Не откажутся вооруженные силы Украины и от планов освободить Крым. Мы все равно будем выходить. Мы все равно будем выходить к этому крымскому перешейку, Армянск, Перекоп и дальше. Нам все равно придется вести бои за заход в Крым, особенно в северную часть. И в любом случае, с дамбой или без, наше продвижение было бы достаточно медленным. Оно бы было бы достаточно повильным. А вот вред, нанесенный в частности полуострову, весьма велик. Он останется без питьевой воды. На первое время оккупационные власти сделали запасы, но уже через несколько месяцев они иссякнут. По факту этим взрывом россияне вернули Крым в 19 век. Теперь они будут зависеть от дождевой воды, которая будет наполнять те водохранилища, которые там есть. Вода туда не поступает и вряд ли в ближайшее время будет поступать, потому что она зависела от перепада по Северо-Крымскому каналу. Текла под давлением именно Каховского водохранилища. Сейчас этого давления нет, вода опустилась. Из-за российского теракта поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыню. Об этом заявили в нашем Министерстве аграрной политики. Вода из Каховского водохранилища кое-где уже ушла на 500 метров. Рыба выбрасывается. Все на суше. Камыш на суше. В близлежащих деревнях пересыхают колодцы. Но самый болезненный вопрос, который сегодня волнует как украинцев, так и жителей всего континента, не спровоцирует ли подрыв ГЭС аварию на Запорожской атомной, которая сейчас находится под контролем оккупантов. Снижение уровня в Каховском водохранилище может создать проблемы, ведь именно оттуда поступала вода в охлаждающие ставки для 6 реакторов. Но сейчас уровень воды там в норме, как и уровень радиации в 20-километровой зоне. Того уровня, который есть в Каховском водохранилище, того запаса воды и альтернативных источников, которые есть на атомной электростанции для охлаждения активных зон реактора, хватает сейчас. По разным оценкам, на 1,5-2 месяца хватит пруда охладителя, а дальше уже последуют аварийные мероприятия.
За АЭС посетит гендиректор МАГАТЭ, чтобы оценить ситуацию после повреждения дамбы. Преодолевать последствия этой рукотворной катастрофы придется годами. Разрушенное жилье и инфраструктура, наблюдается массовый мор рыбы. Есть риск опреснения воды в Черном море, засухи и упадка агрохозяйств. Действия страны-террориста иначе как тактикой выжженной земли не назовешь. Алла Чиж, специально для телеканала Freedom.